Вот и наступила зима. Большинство людей с нетерпением ждут ее, чтобы вдоволь накататься на санках и коньках на замерзших водоемах. Но следует помнить, что с наступлением холодов и замерзанием рек и озер резко возрастает число несчастных случаев. Осенний лед в период с ноября по декабрь до наступления устойчивых морозов не прочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым, хотя сохраняет достаточную толщину. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели и травматизма. Основным условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда прилагаемой нагрузке. Прочность льда можно определить визуально. Самым прочным считается лед голубого цвета. Особую осторожность нужно проявлять, когда лед покроется толстым слоем снега, прикрыв доступ холода ко льду. Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом 3 см. Находясь на льду, необходимо соблюдать следующие правила. Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Безопаснее всего выходить на берег и спускаться в местах, где лед виден и не покрыт снегом. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне или пользоваться ледовыми переправами. Если есть рюкзак или ранец, повесьте его на одно плечо. Это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалится. Не выходите на лед в одиночку, ходить лучше компанией по 2-3 человека. Если вы передвигаетесь группой, то двигаться нужно друг за другом, сохраняя интервал не менее 5-6 метров. При перевозке небольших грузов их следует класть на сани или брусья с большей площадью опоры на лед, чтобы избежать провала. Внимательно слушайте и следите за тем, как ведет себя лед. Не следует ходить рядом с трещинами или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами. Необходимо быстро покинуть опасное место, если из пробитой лунки начинает бить фонтаном вода. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Во время движений палкой ударяют по льду впереди и по обе стороны от себя по несколько раз в одно и то же место. Если после первого сильного удара палкой покажется хоть немного воды, это означает, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае нужно немедленно отойти по своему же следу к берегу, скользящими шагами, не отрывая ног от льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Если вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. Если на ровном снеговом покрове темное пятно, значит под снегом неокрепший лед. Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Если вы все-таки провалились под лед, то каждая секунда пребывания в воде работает против вас. Пребывание в ледяной воде 10-15 минут опасно для жизни. Однако нужно помнить, что даже плохо плавающий человек способен некоторое время удерживаться на поверхности за счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Ни в коем случае не стоит терять самообладание и поддаваться панике. Провалившись под лед, широко раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Постарайтесь избавиться от лишних тяжестей. Если есть кто-то рядом, позовите на помощь и немедленно позвоните по единому номеру службы спасения 112. Если есть возможность, переберитесь к тому краю полыньи, где течение не увлекает вас под лед. Не делайте резких движений и не обламывайте кромку. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите горизонтальное положение, упираясь в него ногами. Вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. Приноравливайте свое тело к наиболее широкой площади опоры. Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, то есть спиной к выбранному месту. Как только большая часть тела окажется на льду, перекатитесь на живот и отползайте подальше от места провала. Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты или другие предметы, то их надо использовать для оказания помощи. Когда нет никаких подсобных предметов для оказания помощи, то 2-3 человека ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему, удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему связанные ремни или одежду. К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде. Действуйте решительно и быстро. Пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз.
После того, как пострадавший окажется на суше, ему следует немедленно оказать первую медицинскую помощь. Снимите и отожмите всю одежду пострадавшего, потом снова оденьте, если нет сухой одежды, и укутайте полиэтиленом. Происходит эффект парника. Затем его необходимо как можно быстрее отправить в машину или доставить в теплое помещение. Тепло укрыть, обложить грелками, напоить горячим чаем. Если это сделать невозможно, то разведите костер и окажите максимальную помощь, можно поделиться своей сухой одеждой. Чтобы восстановить кровообращение, тело пострадавшего нужно растереть фланелью или руками, смачивая их водой. Растирание снегом не рекомендуется, так как увеличивается время воздействия холода на ткани. Если у пострадавшего наблюдаются признаки общего замерзания, слабость, сонливость, ему нужно принять теплую ванну, температура воды должна быть 37-38 градусов. При попадании жидкости в дыхательные пути пострадавшему необходимо очистить полость рта, уложить животом на бедро так, чтобы голова свисала к земле, энергично нажимая на грудь и спину, удалить воду из желудка и легких, приступить к выполнению искусственного дыхания. Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение, где дальнейшее лечение будут проводить медицинские работники. Гибель человека – это непоправимая утрата, большое горе. Вот почему никто не имеет права равнодушно проходить мимо случаев несоблюдения правил предосторожности на льду. Ведь 10% от общего числа гибнущих на воде – результат неумелого и неосторожного поведения на водоемах в осенне-зимнее и весеннее время. Никогда не забывайте об этом.